Всем привет! Я хочу сделать сидушечки из Crazy Quilt джинсовые. Это все джинс. Ну что, мои любимые, поехали. Вот моя стопочка, которую я приготовила для начала. Вот сделаю вещичку. Будет всем приятно. Будет всем счастье. Смотрите, как я расположила. Ну и дальше я пойду уже джинсовыми. Я надеюсь, видно оттенки. Не только мне. Дальше пойдут более темные. Три уже собрано. Посмотрите, как здорово получилось. Оранжевый цвет под джинсы вообще беспроигрышный вариант. Я поняла, что это нужно показать в интерьере. Слушайте, гляньте, какая красота. Видите, что я сделала? Я сделала такой в детском стиле декор. Я решила для сборки сидушек поставить шагающую лапку. Это родная шагающая лапка. Машинка у меня Бразер NX600. Я ее купила где-то в 2004 или 2003 году. И ни разу не пользовалась. У меня очень большой комплект к этой машинке лапок. Но пользовалась ограниченным количеством всего-навсего. И вот решила поставить. Слушайте, такая интересная штуковина. Прошу прощения, я просто взяла камеру, чтобы показать со всех сторон. Видите, вот этот должен заходить. Ну, как обычно, устанавливаем лапку, вот эта часть должна встать. Но при этом нужно следить, чтобы встал вот этот рычажок тоже на место. Смотрите, как она интересно шьет. Прям так двигает, двигает. И вы знаете, так очень даже удобно. И нижние... Подача ткани нижними зубьями тоже не отключается. То есть и сверху, и снизу идет подача. И вся эта куча слоев. Здесь у меня два куска свитера, два пласта. И потом трикотаж идет сверху и тюль. А потом уже все это будет вместе сострачиваться на сидушке. Ну вот получается 4 слоя. И все-таки 2 слоя свитера теплого. Ну то есть куски от свитера. Но это очень толсто, я прям под лапку вот так, пришлось даже вот, знаете, вручную приподнять и вот так приподнять, чтобы вставить. Ну, а уже идет очень чудесно. Так что пробуйте. Пробуйте такими шагающими лапками делать стежку. Всем привет! Сейчас посмотрю, хватает ли света. О, вот так будет лучше. Всем привет! Я думаю, это будет как раз окончание сериала про сидушки. И хочу показать, что я уже сделала. Я хочу попросить прощения. Если вдруг я там пропустила, что-то сделала непонятно, вы мне, пожалуйста, в комментариях напишите. И я просто подсниму то, что вас интересует. А видео по аппликации я просто сделаю отдельно. Просто обратите на это внимание. Потому как аппликация такая простенькая, легенькая. И, как по мне, очень даже симпатичненькая. И я немного сделаю другую вариацию этой же аппликации, чуть в другом стиле, который будет подходить больше, так сказать. Ну, здесь нужно было именно так сделать. А в другом, в другой аппликации сделаю так, как будет туда подходить. Я надеюсь, понятно сказала. Значит, показываю, что я сделала, на каком этапе мои сидушки. Посмотрите. Там я складывала их просто как коврик, как сказать, как идея, очень классно. Вот на таком этапе мои сидушки, смотрите, вот такая получилась, такой сэндвич получился, как сказать. Здесь два слоя свитера, ну как бы два куска, два пласта трикотажа такого теплого идет, потом идет слой, ну футболка там, лен, что есть. У меня их 6, поэтому там они разные. Все футболки, которые мне надоели, которые я испортила пятнышком каким-то, и которые уже, ну, даже дома неприглядно одеть, когда у вас... У меня все меню на мню бывает иногда, поэтому вот так. Я порезала эти футболочки свои любимые, выкинуть жалко. А в дело вроде бы как и приятно. Это у меня тюль. Я когда-то купила себе на шторы. Когда-то купила на шторы на балкон и так и не повесила, потому что они, в общем-то, никакой бы функции не несли, только красота. И так они у меня лежали.
не использованные. И вот я потихоньку их режу, уже коврики делала в ванну, в туалет, на дно, на основу, как на основу. И сюда вот они у меня, видите, идут. Зацепиться будет не жалко, еще можно будет покрыть. Сегодня я поеду, заберу, мне привезли саржевую ленту. А, как же она называется? Репсовая, простите. Леночка, я к тебе собираюсь, мы уже с тобой встретимся, пока это видео выйдет. Сегодня, чтобы было понятно, как у меня происходит с загрузкой моих видео, а то мне иногда пишут, 29 июня сегодня, а то мне иногда пишут в комментариях, там, вот, сегодня такой праздник, а вы работаете, ребята, ну, вы же понимаете, что, ну, это круто, если делать, сидеть одно какое-то изделие, и снимать, и смонтировать его, и загрузить, это не так быстро, поэтому... Вот сегодня 29 июня, когда выйдет, может быть, в конце июля. Мы уже будем хорошо попками с вами тереть эти сидушки, и только выйдет это видео. Но это не страшно. Так вот, показываю. На каком они этапе? Сейчас я все это, я уже сколола, я уже отдельно, видите, простегала эти все, как сказать, утепления. Верхняя часть делалась отдельно, Crazy Quilt, аппликации я делала, стежку. А потом отдельно делала уже эту утепляющую часть. Ну, нам не так нужна утепляющая, как нужна умягчающая. И вот их, видите, 6 штучек. 6. Я их все сколола. Они все разные. Я их делала, как мне душа моя велела. Такие вот симпатичные. Очень в пользу пошла отстрочка эта вся декоративная. Видите, такие деревца, кораблики, домики. Мечты о море, мечты о доме. У кого-то о даче. Ой, извиняюсь. Видите? Это вот была неудавшаяся вышивка. Сюда она очень кстати пошла. В общем, вот их 6 штук. Я их сейчас аккуратненько подровняю. Роликовый нож, конечно, думаю, не возьмет. Не хочу даже пытаться их портить. Они уже более-менее выровнянные у меня. Я их равняла. Поэтому сейчас я ножничками их уже выровняю окончательно. И буду делать обтачку. Надеюсь, обтачка у меня получится хотя бы на 4 или 4 с плюсом. Я не профессионал, повторяю еще раз. Пришла? Ну, давай здороваться. Давай здороваться. Мама перекормила жирными печеночками куриными. Нам немножко не здоровится. Ну, ничего, это все поправимо. Надо меньше есть и ходить стройной. Помните, какие мы? Постриженные, красивые. Лысинки у нас уже, видите, темными волосиками зарастают. Потому как у нас триколор. И начало волосинок наших всегда идет... На 2 сантиметра черненький, да, а потом уже серебристенький. А мордочка у нас персиковая, лапки. Все, всем пока, всех целую, обнимаю. Сюда же присоединю уже окончательный вариант сидушек. И сюда же, наверное, к этому же видео присоединю в интерьере на улице. Сейчас как раз прохладно, может быть, будет так приятненько. Зелень будет свеженькая после дождика. Ну и покажу, какая у нас там красота происходит. О, это у меня там уже приготовилась моя диетическая еда. Все, всех целую, обнимаю. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, приглашайте друзей. По возможности, пожалуйста, смотрите рекламу. От этого развивается мой канал. Все, всех люблю, всех обнимаю. Всем привет. Снимаю быстро-быстро, спешу. У меня авария вчера была, целый день моталась. Доделала вчера вечером, поздно-поздно, я не знаю, я после часа уже ночи, наверное, сидела, доделала сидушки. Одну я уже вчера отнесла, ну, мне не терпелось показать подружке и подарить уже, чтобы она уже вчера сидела на ней. Довольна осталась, девчонкам всем понравилось возле подъезда. Во всяком случае, мне так показалось. Ну, конечно, моя милая, ну как же, всем привет. Все, сюда пришла, здесь надо что-то. Да думала, тут что-то вкусное раздают. Здесь я кофе допивала. Мукбанг не получился. Знаете, такая есть сейчас фишка в Ютубе. Мукбанг.
едят, пьют, ртом звуки издают. Бэ, бэ. Гляньте на мои сидушечки. Я еще не погладила даже, но уже прошу прощения. Зато последние прям такие совсем ровненькие получились. А сюда я использовала свои шторы неиспользованные. Использовала неиспользованные шторы. Мне моя подписчица написала, что чуть не подавилась чаем. Прошу прощения. Что чуть не подавилась чаем или кофе, не помню. Когда услышала, что я говорю про чехлы, 3 дня начинала начинать. Так вот я 2 недели начинала кончать, понимаете? Вот эти вот свои сидушки. Показываю. 5 штук. 6-я уже там. Осталось только проутюжить. А края обшила репсовой лентой. Не знаю, видно, не видно. А таким стежком трикотажным. И так понравилось мне ею обшивать. Такая. Но они все в таком стиле у меня, видите. И первая так как-то обшилась не очень удачно. Но там была тоньше репсовая лента. А это потолще 2 сантиметра. И она, или 2, или 18 миллиметров, не знаю. И она прям так хорошо легла. Я прям сразу вот так обворачивала. И обшивала. Купила себе утюг маленький. Большой отремонтировала. Но это я сейчас сниму отдельно по хвостушку, что я там себе накупила. Так, это я все показала. Сейчас я проутюжу, потому что так, ну, некрасиво. И сниму уже сегодня вечером, разложу в интерьере. Соседка моя, эта подружка, там уже красоту, ну, еще не окончательную навела. У нее каждые 2 недели там что-нибудь добавляется. Ой, у нас возле подъезда такая красота. Красота, красотища. Но люди разные, и некоторые сволочи они люди. Все это ломают, но не все, но через раз. Это у меня аллергия, это я объелась крыжовника и малины, не смотрите. Не смотрите, ну теперь все посмотрели. Так, целую, обнимаю. Снимаю вечером в интерьере. Склеиваю и уже показываю. Все, все целую, обнимаю. Боком. Хорошо, снимаю. Тихо. Можете беседовать. Но я туда не буду, ладно, снимать. Я сниму тут красоту. Тут красоту. Вот. Первый у нас, видите, посетитель к нам пришел с медалью. Расскажи, за что медаль получил? За борьбу. То ты что, вот молодец. Сколько ж тебе лет? 4. А как тебя зовут, Ля, такой 4 годика? Как? Игнат. Игнат, молодец. 4 года, такой крупный мальчик. 2-е место занял за борьбу. Вот такие у нас герои есть. Как называется борьба? А я уже забыла. Ну, торжественно, конечно, занервничал, забыл. Ничего страшного. Поздравляем тебя. И вот тут можно сидеть. Вера, ну, прям страшно. Зато у нас красивый подъезд. И вот тут у нас есть красота. Ну хорошо, не буду брать бак. Мы же не виноваты, что у нас не всегда забирают мусор. Зато у нас разрисованный. Ну, Вера, ничего страшного. Ты постоянно реставрируешь. Мы потом доснимем всю красоту, которая есть. Просто сейчас мы по-быстрому. Поэтому я так. И еще вот там у нас есть красота. И у нас периодически то ломают, то воруют. Вера Васильевна постоянно делает новые, красивые. Вот, все, теперь наши золотые попки сядут, будут сидеть. Всем пока, всех целую, обнимаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в гости, делитесь в соцсетях. Помощница, конечно, здесь. Но тут уже налускали, будем заметать позже.